Вот так вот реконструкция набережной хорошая. Вот, видите? Минут, наверное, 15. Да, заливало хорошо, чтобы ливень был очень большой, сильный. То есть по ступенькам, как водопад, и шла вода, стекала. Здесь, ну, видать, все сверху уже началось, а потому что тут такой, ну, дождь был сильный. Но, видать, наверху был еще сильнее, потому что сверху пошла вода, и потоком начала смывать. Вот листву пригнала, доски, у нас вон ведра поплыли, это самый очень большой ливень был. Закончился дождь, потому что он повторно пошел. И опять начало это то же самое, ну, и потом минуты на 5 было, а потом прекратился этот... А вот ливень, и по ступенькам бежит вода. Ну, когда высохнет, потом же будет видеть, а как сейчас еще воду черпать. 15 кики воды было.